Воспитанники детского сада узнали историю и интересные факты из жизни основоположников русской письменности – Кирилла и Мефодия. Православные монахи создали славянскую азбуку в греческом монастыре. Детям рассказали о древнерусском алфавите, получившем название «кириллица», по имени одного из братьев Константина, который, приняв монашество, стал Кириллом. А помогал ему старший брат Мефодий. Историю создания письменности ребятам показали в театральных сценках. «Отправился я в Киево-Печерскую лавру письменности учиться. Сделали меня переписчиком. И называюсь я теперь библиофил. Это значит любитель книг». Несколько детей продемонстрировали одногруппникам свои знания о буквах кириллицы. Аз, буки, веди, глаголь, добро, люди, мыслить. В каждой маленькой букве заложен смысл. Например, Артем Пузиков рассказал ребятам о букве рцы. «Недаром я собой горжусь. Я начала слово «Русь». Потом предложил им поиграть в руссконародную игру». «Молодец. А какие еще буквы, кроме своей, узнал на праздник?» «Мыслить. Люди. Добро». «Я узнала, что ас – это начало слова, что это азбука. Б – ну, буки Арины, что узнала, что это, ну, почти азбука. Только еще К нету. У нас в алфавите нету. Еще там глагол у нас марк. У нас глагол это означает говорить». На празднике славянской письменности поучились дошкольники, освежили знания и воспоминания взрослые. Тематический утренник получился веселым, ярким, интересным и познавательным. Воспитанники детского садика водили хоровод и пели песни на русском языке, доставшимся от Кирилла и Мефодия.